Привет! Я Влада, бренд-менеджер компании Greenway. И мы продолжаем марафон «Сбрось лишнее». И чтобы он проходил с максимальной пользой, легкостью и, что немаловажно, в удовольствие, мы включили в программу следующие продукты. Три позиции из линейки Hellsbury Slim Detox и Drain и одну позицию из линейки чаев Tivital Express Fresh. Обо всем поподробнее. Напитки Hellsbury – это вкусное воплощение пользы и функционала. Это сочетание природных экстрактов и авторского тримарин-комплекса. Напиток Hellsbury Slim. Благодаря комплексу компонентов формула напитка Slim способствует нормализации веса и общего состояния организма. Например, красная рябина и лист березы выводят из организма излишнюю жидкость и стабилизируют обмен веществ. Имбирь ускоряет метаболизм, расщепляет жиры и обладает антиоксидантным свойством. Облепиха, помимо аналогичных свойств предыдущих ингредиентов, зарядит вас отличным настроением и облегчит путь марафона благодаря отдаче серотонина. Содержимое пакета высыпаем в 150-200 мл теплой или холодной воды. Перемешиваем до полного растворения, настаиваем 2-3 минуты и еще раз тщательно перемешиваем. Сочетание легкой горчинки рябины с кисловатой ноткой облепихи и сладостью стевии придает напитку оригинальный и приятный вкус. Напиток Slim. Один пакетик за 30 минут до еды в обеденное время на протяжении всего марафона. Напиток Hellsbury Detox. Набор ингредиентов этого напитка способствует выведению из организма токсинов, настраивает работу естественной системы детоксикации, приводит в норму водно-солевой баланс, а также позволяет быстро восстановиться после отравлений. Во всех этих процессах участвуют такие компоненты напитка, как зеленый чай, имбирь, алоэ, облепиха и индийский крыжовник. А вот тут поподробнее. Индийский крыжовник, иными словами, амла, богат антиоксидантами, которые помогают в борьбе со свободными радикалами в организме, что уменьшает повреждение клеток, а также риск возникновения рака и других воспалений. Безусловным суперфактом про амлу является то, что она считается одним из первых и наиболее важных продуктов для борьбы со старением. Ежедневное употребление амлы в любой форме является секретом замедления процесса старения и красивой кожи. Приятно? На мой взгляд, очень. Содержимое пакета высыпаем в 150-200 мл теплой или холодной воды, перемешиваем до полного растворения, настаиваем 2-3 минуты и еще раз тщательно перемешиваем. Напиток готов. Освежающий букет напитка сочетает в себе летнее тепло чабреца, тонкий аромат зеленого чая, кислинку крыжовника, сладость стевии и горькую нотку алоэ. Напиток Detox. Один пакетик перед сном на протяжении всего марафона. Напиток Hellsbury Drain. Компоненты напитка Drain помогают поддержанию естественных процессов выделительной системы и способствуют ее защите от инфекций. Эти роли играют брусника, толокнянка, лист березы и зверобой. Ревень нормализует работу ЖКТ, способствует деликатному очищению кишечника, а боярышник снимает спазмы. Облепиха, помимо аналогичных свойств, зарядит вас настроением и облегчит путь марафона благодаря отдаче серотонина. Содержимое пакета высыпаем в 150-200 мл теплой или холодной воды. Перемешиваем до полного растворения, настаиваем 2-3 минуты и еще раз тщательно перемешиваем. Напиток готов. Получайте удовольствие и всю пользу. Тонкий букет напитка сочетает в себе таежный аромат брусники, кислинку облепихи и ревеня, травяную нотку зверобоя и приятную сладость боярышника. Напиток Drain. По одному пакетику с утра за 30 минут до еды с третьей недели марафона.
Так здорово, что природа дарит нам столько возможностей для поддержания здоровья, и линейка чайных напитков Тивитал – абсолютное этому подтверждение. Сегодня в рамках марафона «Сбрось лишнее» вы завершаете вечерний прием чайного напитка Тивитал Экспресс Фреш, но я расскажу, почему именно он был включен в программу марафона и почему его следует включать периодически в свой рацион. Чайный напиток Тивитал Экспресс Фреш. Сбалансированный состав чайного напитка Фреш способствует деликатному очищению организма от шлаков, токсинов и излишков жидкости. Все растительные компоненты работают мягко и бережно, способствуя нормализации и активации процессов самоочищения организма. Китайский зеленый чай – это природный антиоксидант. Он очищает организм, разжижает кровь, в результате чего стимулируется клеточное дыхание, а значит улучшается состояние кожи и цвет лица. Сено является растительным и очень деликатным слабительным и поэтому способствует нормализации пищеварения. Сено благотворно влияет на обменные процессы в организме, регулирует аппетит, благодаря чему помогает избавиться от лишних килограммов. Солодка – известный иммуномодулятор, а также она придает ускорение выведению токсинов, скопившихся во внутренних органах и тканях организма. Репешок стимулирует работу пищеварительного тракта и обладает желчегонным и мочегонным свойствами. Напоминаю, чайные напитки Тивитал Фреш – у нас представлены в двух форматах – в россыпи и фильтр-пакетах. На вкус чайный напиток отличается свежими, душистыми, травяными нотами со сладковатым послевкусием солодки. Наши рекомендации по применению. 150-200 мл горячей воды температурой 90 градусов поместите один чайный фильтр-пакет и дайте настояться 7-9 минут. Один пакетик через 2 часа после ужина на протяжении одной недели марафона «Сбрось лишнее» или с периодичностью недели очищения раз в 2-3 месяца. При всех наших рекомендациях просим обращать внимание и прислушиваться к реакциям своего организма. Важно помнить, что наш организм постоянно подвергается воздействию токсинов через воду, воздух, пищу и так далее. И чтобы не запускать ситуацию загрязнения, необходимо вовремя инициировать процесс детоксикации и очищения организма. Так как при накоплении токсических веществ организм дает сбой не только внутри в органах и тканях, но и это обусловлено внешними последствиями, например, высыпаниями на коже, а также тянет за собой еще и энергетический и эмоциональный упадок. Думаю, вам этого не нужно, раз вы с нами и в этом марафоне. И как поется в знаменитой песне «Летящей походкой ты вышла из мая», желаю вам влететь, ворваться в это лето с ошеломительной энергией и с невероятным кайфом от себя. До новых встреч!